Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал «Живи в Сочи». Сегодня я хочу вам презентовать очень просторную, красивую квартиру. Опять же, по супер цене, не постесняясь этого слова. Квартира у нас площадью 110 квадратных метров. Она у нас находится в микрорайоне Новом Сочи, в месте в таком, который считается у нас элитным в городе. Давайте начну с коридора и потихоньку буду рассказывать сразу по квартире. Итак, мы проходим. Справа у нас просто огромный тут вещевой шкаф, раздвигающийся. Ну, здесь сильно не будем показывать вещи. Еще остались от предыдущих собственников. Здесь у нас идет зал. Квартира трехкомнатная, санузел, кухня и две комнаты. Давайте начнем с зала. Везде, где лежит плитка, теплый пол. Проходим в зал. Здесь, обратите внимание, какая мебель. Ну, кто-то любит этот стиль, кто-то не очень. Пишите в комментариях, как вам. Но мебель не дешевая, да? И здесь у нас выход на балкон. Здесь раньше висел телевизор, собственники его забрали уже на новую квартиру. Переехали в другую квартиру, чуть поменьше, причем в этом же районе. Вот он у нас район Новый Сочи. Если мы пойдем туда, у нас санаторий «Радуга», то есть сразу море. Тут буквально идти, я не знаю, ну, минут 10 пешком. Там у нас санаторий «Заполярье». Надеюсь, на камере будет видно. Вот это жилой комплекс «Мидгард». Там у нас церковь, улица Пирогова. Там же школа. Здесь, кстати, сразу частный детский садик, частная школа, «Пятерочка». Там еще стоматология. Смотрите, сразу сверху вам покажу территория, придомовая, въезд под ключ, ну, то есть ворота, да, автоматически. Вот он въезд, я сейчас выйду, еще покажу придомовую территорию, все в зелени, все красиво. Фуникулер, видите, едет. Вот они. То есть люди едут загорать, купаться. А у нас здесь квартира, понимаете? Так, балкончик я вам показал. Идем дальше. Ох, есть хоть где разгуляться. А то обычно мы снимаем там по 20 квадратных метров вот эти квартирки. Так, классная, красивая кухня. Но в таком стиле, в классическом, да? Духовой шкаф спрятан. Газовая плита. Кстати, что касается отопления, что касается вообще коммуналки за эту квартиру, здесь прям мега бонус они платят. Квитанцию сейчас смотрел от собственности. 3 900 у них вместе с обслуживанием на такую площадь выходит в месяц. 3 900. Здесь стоит газовый котел. Вот он, двухконтурный. То есть теплый пол. В комнатах стоят еще плюс радиатор и на горячую воду. И в принципе этого хватает. Жили здесь несколько лет вполне. Такой вот вид. Здесь, скорее всего, спрятан холодильник, да? Да. Видите, какая красота. Кондиционеры в каждой комнате. Так, следующая комната. Ну, здесь еще одна спальня. Ну, здесь, видите, собственники превратили в мини-тренажерку, в офис. Огромный шкаф. Обращу ваше внимание на красивые двери. Все в классическом стиле. Дорогие вот эти обои, кстати. Так, и здесь у нас спальня, туалетный столик для хозяйки будущей и вот такая вот красивая кровать. Огромный просто, да, коридор. И давайте санузел вам покажу. Санузел с такой большой ванной. Эх. Чего мне не достает. Люблю ванны, не люблю души. Вот такая вот красота, друзья. Что касается цены, да, за эту квартиру, самое главное. Цена 136 тысяч за квадратный метр. Цена, я вам скажу, вообще подарок. Много раз говорю, сейчас на Мамайке открываются стройки. На этапе ямы 140 тысяч, 130 тысяч они хотят на первом этаже. До 180 цена поднимается на верхних этажах. Это на этапе ямы. Срок сдачи там 2022 год.
Представляете? А здесь мы находимся в Новом Сочи, квартира с ремонтом. Классная квартира с мебелью. Рядом также море, санаторий «Радуга». Причем здесь гораздо ближе к центру. Это Новый Сочи, это не Мамайка. Здесь 5 минут на машине, ты уже на Виноградной на улице. Здесь же парк «Ривьера», здесь все, тебе центр рядом. А сейчас, кстати, появится карта, чтобы было понятно всем, кто ни разу не был в Сочи. Цена получается у нас за 110 квадратных метров 15 миллионов. Цена просто огонь. У кого, кто ждал с деньгами, с такими, какого-то подходящего горячего варианта, обязательно звоните, оставляйте заявку на сайте, я вам сам перезвоню. Кого заинтересовало, сейчас еще выйду во двор и покажу немного придомовую территорию. Так, ребята, выглядит дом с внешней стороны. На первом этаже видите кафе, фрукты, овощи, коммерция. Вот такое вот предложение. И немаловажная информация, опять я чуть не забыл, статус квартира, пройдет ипотека. У кого ипотека, кто хочет оформить ипотеку или кто уже одобрился, обязательно обращайтесь. У нас Женя, эксперт по ипотекам. На этом все по этой квартире. Я сейчас поеду на Мамайку, в жилой комплекс «Посейдон», буду снимать там две квартиры, тоже по горячей цене. Ну и вообще сейчас, как я вам и говорил, в конце августа, начале сентября, вот этот период, сейчас будет хорошие скидки и застройщики делать, и сами собственники, потому что лето, в принципе, было вообще провальным, ну, что касается продаж. Поэтому сейчас можно купить с хорошей скидкой. Звоните, обращайтесь. И, конечно же, подписывайтесь на канал. У нас на канале всегда все горяченькое, новиночки, все новости последние по недвижке. Так что, кто хочет купить квартиру в Сочи, я думаю, грех не подписаться. Всем пока!